Итак, всем плюс. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Rogue. Это уже вторая часть нашего прохождения. Капитан, штурмала! Надо вернуться на курс, капитан. Точно. Охотник уже ждет. Море в этих местах опасное, капитан. Но за Морриган я бы не беспокоился. Ложка крепче стала. Только скажите, Кэп! Корабли! Снова рыбаки из Персе. Осторожно, Шейн. В этих водах полно. По курсу враг! Они тоже прыгачьи лодки. Баба? Кто посмел нарушить их границы? Эти бросы поплатят. Баба? Вы последний. Продолжим поиск. Вот-вот мы ступим на берег Антикост. А ваш друг-шпион уже ждет нас? Да. Надеюсь, охотнику есть что рассказать про манускрипт. А может он уже вообще... У нас есть задание, Шейн. Не отвлекайся. И в чем же смысл свободы, если даже не вздохнуть спокойно? Тамплиеры здесь как у себя дома. Пока этот берег нельзя считать свободным. А мне кажется, нам нужно просто поговорить с ними, а то все ходим вокруг. И что, будешь мило им улыбаться, когда тебя наступят сапогом на горло? Наконец-то. Антикости. Охотник. Надеюсь, он знает, где искать манускрипт. Меньше ход! Убавь парусов! Швартуйся, Шейн! Вот мы на Антикосте. Рифить все Марселя! Вперед, Шейн! Встретимся в порте. Отдать якорь!
Мама, помой! Ну-ка! Это не ром! Это... подожди! Мари хочу! Она такая добрая, светлая душа! А где встретил-то? На ее свадьбе! Пролез и на праздник попал! Я бы сказал, в переплет ты попал! Да оражу, теперь отмечаться, кого нужно будет. Здорово! Вот. Да я заберу тебя тут. Странно, что я вот, видимо, не видел. Я так думаю, что под французов нет. А что же попал? Кого думаешь тут больше? Пока англичан везде понемногу. Испанский флот побольше будет. Черт знает. Ты че, Митя? Сейчас, подожди, я меч Артура хочу посмотреть. Обида. Ну, Луи. Вот, взгляните. Позаимствовал эти чертежи на одном корабле Королевского флота. Никогда не видел ничего подобного. Отлично. Мощное оружие всегда, кстати. Охотник, позвольте представить, мой компаньон Шей Кормак. Господа, еще новости. На том же корабле я видел нужный вам манускрипт. Он написан на неизвестном мне языке, и в нем множество рисунков. Разные кошмарные растения и животные. Ни одной карты или плана? Нет. Возможно, это шифр, но ни мне, ни англичанам не удалось его понять. И где он сейчас? Тот, кто его принес, сказал, что его прислал в Вашингтон. Знакомое имя. Известный тамплиер, не так ли? Да. Тамплиеры способствовали взлету Лоуренса Вашингтона. Шей, надо найти. Спасибо вам, сэр. Вашингтон, то есть типа тамплиер, да? Интересно. Но было интересно то, что высший форма. Давайте пойдем убьем подожжик. Стрелочек. Я вижу, падла, изумруд. Я.
и сюда. Соверши. Чё, пошли убивать? Один, Look at this place. Tell Тамплиеры хотят понять природу этих артефактов. Их шпионы обращались ко многим ученым-людям в Нью-Йорке. Мудрецов моего народа тоже расспрашивали? Да, манускрипт видела уже половина города. Но никто так и не смог понять, что в нем написано. Хотя есть имя. Мы узнали, что манускрипт прислал Лоуренс Вашингтон. Лоуренс Вашингтон. Делец-политик из Виргинии. Один из высших тамплиеров. Да, я слышал, он вернулся из Вест-Индии. А его мажордом забирал странную посылку. Значит, скоро посылка будет у него. Шей, выясни, что в ней, и найди Вашингтона. И разузнай как можно больше. Подготовлю Морриган. О, черт. Ну, серьезно. Вообще, в первый раз, это было совсем...
Please come in and cast an eye about. Ну ладно, все, давай. Твою ж мать! Прости. Просто я сыграю в этот Ассасинскую 4, только маленькие, блядь, это пистолетики! Пистолетики, твою мать! Ой, прости, Капитану штурмана! Поймаем ветер! Немного удачи, и мы выйдем прямиком на него. Ну, давай посмотрим карту. Где-то... Удача — это миф, Лайм. А Вашингтона ее не хватает. Ого! Добыча! Мы приближаемся. Есть. Есть. Корабль! Ну что же, затаимся. Лоуренс Вашингтон — богатый делец. Рабовладелец, тамплиер. Мы сбились со следа год назад. Мне удалось узнать, что он на Барбадосе. Я не мог проверить. Так, по-твоему, выходит, что он связан с кражей артефактов, да? Не исключено. Гаити недалеко от Барбадоса. И возвращение Вашингтона в колонии явно связано с артефактами. Контроль тамплиеров в колониях не допустил. Пустить крюс, как бы ни было, Лоуренс Вашингтон должен умереть. Я позабочусь об этом. Есть! Корабль! Ну что же, затаимся! Лоуренс Вашингтон — богатый делец, рабовладелец, тамплиер. Мы сбились со следа год назад. Мне удалось узнать, что он на Барбадосе. Но я не мог проверить. Так, по-твоему, выходит, что он связан с кражей артефактов, да? Не исключено. Гаити недалеко от Барбадоса. И возвращение Вашингтона в колонии явно связано с артефактом. Контроль тамплиеров в колониях не допустим. Как бы ни было, Лоуренс Вашингтон должен умереть. Замечен груз! Я позабочусь об этом. Спустить бомб Марселя и Марселя! Капитан, блокада! Нам не пройти. Шей, догоняй корабль по суше. Понятно. А ты проведи Морриган в обход. Марселя, понял. Найди сверток и Вашингтона. Спустим все, кроме грота! Тоже мне блокада. Тоже мне блокада. Ему очень плохо. И помни, что я сказал. Вашингтон должен умереть. Легкость.
паркур. Ну тут легко, короче. Прыжок. Опять на кусочек приземлился. Это зашибись. Перелез. Есть. Поглореализовал. Осатиски 4. Черный запас. This place might just become civilized after all. What's the matter with you? Have you caught something? Yes, I must have. Well, keep it to yourself. Keep your pound vest on your shoulder while you march. Короче, мы в дерьме. Так, все, увидели. Еще два лица. Так, и что это? Ружье? Эй, ты! Стой! На месте. Нифига себе, ружье. Невероятно. Оно беззвучное. Благодарю, мастер Вашингтон. Забирай! Духовое. О, зашибись. Ну еще 13, блядь. Как-то это странно. Не такого я ожидал. Найду Вашингтона и расспрошу. Херакси,
хорошо. Больно, больно! Ну, ничего себе! Не знаю. Охраны строже некуда. Капитан добавил... Сначала надо найти Вашингтона. Артефактами займусь потом. Мне сказали только, что хозяин Лоуренс Вашингтон. Может, тебе все же стоит прилечь? Все нормально, Джордж. Побудь радушным хозяином. Спустись в винный погреб, принеси что-нибудь для гостей. Ладно. Господа. Мой брат, светлая душа в царстве теней. Моя последняя просьба перед смертью – оставьте Джорджа в покое. Он не имеет никакого отношения к делам Ордена. Мы выполним ваше желание, сэр. Благодарю, господа. Мастер Смит, вы готовы отправиться в путь? Да, сэр. Я вернусь с ответами. Мастер Уордроп, вы раскроете тайну манускрипта. Да, сэр. Скоро мы все поймем. Что ж, тогда за дело. Вашингтон едва держится на ногах. Лайм, надеюсь, ты прав. Ведь я убью смертельно больного. Ассасин. Разрушить планы тамплиеров никогда не поздно. Мастер Вашингтон. Но мои планы воплощаются в жизнь. Ты пришел сюда. А значит, у моих союзников есть время скрыться. Спасибо за столь быструю смерть. Не за что. А тебе спасибо, что раскрыл свои замыслы, коварный змей. Ты потом сам тамплиер встанешь, убивай ассасина.
Тебе вообще пофигу. Вот черт! Надо бежать. Надо вернуться на Морган. Лайон, надеюсь, ты привел корабль. Stay back, if you know what's good for you. Это что, мортира? Это не смешно. Он был настолько болен, что сам умер бы через месяц. Еще там были два тамплиера. Работали с манускриптом и шкатулкой. Артефакты у них? Не знаю. Возможно, я не уверен. Ты сделал для братства то, что должен. Найдем их потом. Выше нос. Мы не часто доставляем тамплиерам столько бед. Ну да, но Лоренс Вашингтон, похоже, не слишком большая потеря для них. Опа, опа, все, стоп, уходит. Ладно, ребят, кончив, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В общем, всем удачи и всем бай-бай!